Да, в общем-то, со сложившимися обстоятельствами финансовыми, в общем-то, у каждого свой способ экономить. Ну, вот, и я, честно сказать, это только приветствую. Ну, вот, ну, там, помимо экономии электроэнергии, думаю, и так далее, газа того же. Ну, вот, можно, например, взять себя в руки и похудеть. Вот, поменьше кушать и поменьше отдавать денег на продукты. Вот, чем я, в общем-то, и занялся последние 2 года. В общем-то, за 4 месяца мне удалось сбросить 30 килограмм. Вот. Если перевести это в рубли, ну, вот, я не думаю, что это прям такая большая экономия, но тем не менее экономия.